крики.
что-то есть. Трей, ко мне! Huh!
Давай еще раз, не отвлекаясь.
Я готов к работе. Ищешь чего, пацан? Определился с выбором. Выбирай, парень. Что дальше? А для сынка? Что-нибудь еще? Это все? Ну, к делу. Чего нужно-то? Чего вам еще? Да и хрен бы с вами.
Не готов! Отец, берегись! Рома! Ну!
Ну, еще раз. Готов? Читай. Сегодня прячу смерть в себе, а завтра жизнь даю траве. О, мне нравится. Не я ли это написал? Это что, ответ? Это земля. Прячет смерть, дает жизнь. Давай. Йорф. Если бы большой нос и бог, не было бы так совестно убивать эльфов. Ну, интересный ход мысли. Ни о чем не жалей. Эльфы заставили нас это сделать. Я уже понял. У нас свои дела. Дела богов. А они отвлекли нас своими мелкими делишками. Нет, правда. Мы так и уйдем? Само знание о том, что мы боги, придает мне столько сил. По-моему, ты слишком хорохоришься. Сильным приходится делать важный выбор, парень. Такие, как вы, служат либо себе, либо другим. Вот как Тюр. Его правда все любили? Да, бог войны. Он ведь сражался за мир. У него была репутация героя и добропорядочного мужа. Свою силу он направлял на то, чтобы прекращать войны, а не начинать. Так есть хорошие боги? Изредка встречаются, да. Тут говорится о местах, о которых я не слыхал. Тюр любил странствовать. Тюр считал, что от войн и хаоса спасет не сила, а разум. А еще он понимал, что знание других культур позволит ему шире смотреть на мир, чего не достичь, сидя на месте. Один вечно ревниво охранял то, что знал, а Тюр был открыт и всегда мог поделиться мудростью. Потому смертные и любили Тюра и приносили ему дары по всему миру. Так что случилось с Тюром? Один стал считать его угрозой. Подозревал, что Тюр сошелся с великанами вместо того, чтобы помочь асам вызнать их тайны. Он и меня в этом обвинял, хотя, мне кажется, насчет Тюра он не ошибался. Тюр помогал великанам? Да. Он считал себя ответственным за те страдания, что им причинил Один. Полагаю, они скрыли свой след не без помощи Тюра. Пропавшая путевая башня. Именно. Что бы с ней ни случилось, это явно было сделано совместными усилиями Тюра и великанов. Голова, где черная руна? Не знаю, никогда тут не была. Камень, мы на месте! Ты же не думал, что все так просто? Нет. Может, надеялся. Что теперь? Брат, это ловушка для ветров Хель. Но где же они сами? Ветра чего? Забыли сказать. Пока ты хворал, мы сбегали в Хельхейм за лекарством. Правда? Ужасное путешествие было. Но твой папаша научился кое-чему. Не без помощи Брока. И Брок там был?
Я... Но... Потом обсудим. Индус моей родины. У меня самого такой раньше был. Бери его, мальчик. Да, бери. Вдруг нам когда-нибудь понадобится намазать масло на хлеб. Потому что тебя никто не любит. Лучше пошевеливайся, брат. Гостям не рады. Стороны небольшой проход, как раз для мальчика. Для отца слишком малый. Иди, не думай. Что ты нашел? Хватит баловства. Не забывай, зачем мы здесь. Ладно.
страны песков, что очень далеко отсюда. Там есть боги? О, да. Там их очень-очень много. Они злые? На этот вопрос не так просто ответить. Тебя там так задело? Это не важно. Для тебя важно. Это был необдуманный поступок. Лучше выбрось это из головы. Ого, это прямо почти извинение. Ну, наверное, тебе просто нравится бить горшки. Ха! Хочу учиться. Тебе не нравится быть богом, а мне может понравиться. Thank you.
еще проходы. Понял. Иду. Я боюсь смотреть. Удачи. Те пилы были страшными. Смотри, волки-великаны, Сколь и Хати. Точно, приносящие день и ночь. Рагнарёк начнется, когда они поймают солнце и луну. А Тюр знал о них? Возможно. Они ему нравились, растут вся стена в их изображении. Разве тебе не нравится все это? Быть богом, находить приключения в новых мирах. Может, мама хотела, чтобы мы немного развлеклись? Все, что мы видели, делали. Может, это не был подарок? Не вижу очередной ловушки для... Петров, подняться на балкон для лучшего обзора.
Врагу не позавидуешь. А эти? Мысль быстрее ветра. Хм, может, это вот. Смотри, ловушка для ветров. А, умно.